мамочка, скільки б морів, гір та кілометрів не було між нами, я завжди знаходжу можливість, аби почути твій голос, який лікує і надихає. Мамочко, слів всього світу буде за маму, бо сказати, наскільки сильно я тебе люблю. Якось так складаються обставини останніми роками, що не можу маму особисто цей день привітати, бо то робота, то я не в Україні. Одним словом, мама, вам наступне вітання. Я вам бажаю якомога більше хороших людей поруч, міцного здоров'я, і щоб ви якомога довше були ще зі мною в цьому житті. Я вам дякую за вашу турботу, за непохитну віру і за любов. І хочу сказати, що я вас теж дуже люблю і вам низький оклін. Мамусечка, у тебя самый вкусный борщ и самые-самые нежные руки. Я тебя очень-очень люблю. Я тебя люблю, мамулечка, очень сильно, потому что самый-самый главный человек в моей жизни. Мама, привет! С праздником! Я жив-здоров! Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Да оставайся вот такой же позитивной, интересной. Вот как ты есть, потому что вот, вообще, на самом деле, я всем желаю такой мамы, как у меня. Она по-настоящему эмоциональная, добрая, светлая. Ее все любят, не только я. Так вот, я желаю оставаться такой, какая она есть. Мама, крепкого здоровья, еще долгих лет жизни. Ну, а я постараюсь радовать. Мамочка, я тебя очень-очень люблю. Ты самый дорогой, самый любимый мой человек. Без тебя бы, наверное... Ну, ничего в моей жизни бы не произошло. И в каждый момент, когда мне тяжело, когда мне там плохо, или когда мне просто очень радостно, и я счастлива, всегда тебе звоню. Я тебя очень-очень люблю. Мама, ты у меня самая лучшая, я тебя очень люблю, и спасибо тебе за то, что я такой у тебя есть. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Я желаю тебе счастья и здоровья. Я хочу тебе сказать, что ты моя самая лучшая подруга. И спасибо тебе за то, что я в любой момент могу с тобой обо всем поговорить. Я надеюсь, что я тебя не разочаровываю. Мама, я тебя люблю. А все, что я передам тебе лично, потому что я в отпуске еду к тебе. Я люблю тебя. Мамочка, я тебя очень люблю. Ты, наверное... Самая лучшая, самая любимая женщина в жизни любого мужчины – это мама. Единственная женщина, как говорится, которой мужчине не изменяют никогда. Я очень хочу, чтобы все у тебя было хорошо, и знай всегда, что ты можешь на меня рассчитывать, на мою помощь, на мою поддержку.